Привет, друзья! Сегодня хочу взять на себя смелость назвать удочку своим именем, а именно вот зимняя удочка Рядакова. Волнуюсь, конечно, что-то сегодня так это осенило меня, и вот желание появилось такое. Как обещал, я еще расскажу вам про удочки, ну, может быть, чуть-чуть попозже, про удочки «Стрелка», ну и другие удочки, которые у меня тут получились, просто чисто по определенным параметрам для определенной, так сказать, рыбалки. Вот. Собравшись сделать легенькую удочку, я, в общем-то, ну, в одном из видео показывал, как делается катушка. Вот сделал легкую катушку, то есть вот ее облегчил. Диаметр самый такой минимальный и оптимальный. У меня наружный получился 3 сантиметра 4 миллиметра, то есть 34 миллиметра. Вот. Намоточка получилась у меня где-то порядка 20 метров, 0,01 лески. Вот. Поставил сторожок спортивный. Вот. И вес у меня общей удочки получился. Это я делал как бы по заказу или по просьбе, ну, сделать спортивную удочку легкую. Вот. То есть я ее сделал, получилась ручечка. Ну, можно еще минимальные размеры, но рассчитывая на то, что все-таки ловля происходит зимой и в перчатках или в рукавицах, то, соответственно, надо было ориентироваться на это. Вот. Удочки получились очень легкие. А теперь мы можем взвесить, например, удочку, которая спортивная. Ну, не буду называть ее спортивной, просто удочка эта вот, которая получилась минимально легкая. То есть эту вот катушечку я сделал. Катушечку сделал своими руками. Также я в видео показывал, как ее делать. Видео называется «Катушка для телеги и балалайки». Вот, облегчил ее вот этими отверстиями, катушечку. Ручечку сделал небольшую. Вот. Ось также оставил 6 мм. Но можно было, конечно, делать оси поменьше. Там, например, там 4 мм. Но я считаю, что у меня вот эта вот ось 6 мм выдерживала поклевки и крупной рыбы. Поэтому эта удочка у меня сравнительно прочная. Несмотря на ее маленький размер. Вот это спица от зонтика. Она из стеклопластика сделана. Вот. И вот я его там тоже шестик сторожок из зонтика, я там где-то тоже видео было. Вот просто обработал на конус, и она очень такая прочная. Вот я с трудом удерживаю пальцами нагрузку на нее. То есть она может выдержать такую серьезную поклевку. Не говоря уж там, если держать ее, например, просто зажав ее в руке. Вот. Ну что, пришел торжественный момент взвесить эту удочку в полном сборе. Я не буду снимать сторожок. Тут единственное, не хватает лески. Но леска, я думаю, что не особо много весит. И давайте взвесим. Ее можно немножко уменьшить. Ну, в принципе, так пойдет. Вот ставим. 6,03 грамма. 6,03 грамма. Ну, то есть ее можно ровно 6 грамм сделать, можно уменьшить там сторожок, тоньше сделать этот, ну, большой сторожок я взял. Давайте без сторожка взвесим. 5,77. Ну, то есть меньше 6 грамм. Можно в 6 грамм уложиться спокойно. Так, надо собрать ее. Вот так же, вот как я, помните, говорил вам про использование ловсаного сторожка. И вот у меня вот
пропускное колечко, она уже на шестике. И, соответственно, я могу здесь добавить колечки, пропустить сюда леску, и мне не надо метиться через тонкую пропускную трубочку, для того, чтобы снарядить сторожок. Здесь намного проще все получается. В принципе, и веса не прибавляет. Вот такая вот удочка будет у меня, типа спортивной, но прочная удочка. Вот с трудом действительно с пальцев вот ее удерживаю. Пробочка от винной бутылочки из лазерного диска, так сказать, армировал вспененный полиуретан. Все из того же электроприбора оранжевого сделал пропускные кольца. Использовал кусочек трубочки карбоновой от хлыстика. Вот, значит, шестик сторожок из зонтика. Вот эта штучка, это, не поверите, от корпуса утюга. Мне понравился цвет вот этот красный. И я просто разрезал его на маленькие кусочки и, соответственно, из них делаю иногда пропускные кольца и какие-нибудь детальки для удочек. Ну вот, показал вам удочку, которая весит 6 грамм. Вот. Вот теперь удочка, которую я хочу назвать своим именем. Вот эта удочка, она тоже полностью собрана уже. Я даже на нее пробовал рыбачить. Вот. И в ней, вот в целом, ну, заключены все мои находки творческие. Вот в плане того, чтобы, ну, ловить комфортно рыбу. Ну, слово комфорт, это относится больше ко мне, потому что еще, так сказать, опыта у рыбаков ловить на такие удочки мало у кого, но кто ловит на них, тот говорит, что замечательно. То есть, вот что в ней есть? Во-первых, это то, что я придумал вот такую маленькую удочку. То, что придумал ее монтировать на шестике сторожке. Придумал ось катушки. Придумал саму катушку маленькую. Вот этот сторожок, шестик сторожок, который сам по себе, это тоже моя находка, которая мне позволила, в общем-то, увеличить срок службы всех моих сторожков практически на неопределенный срок. Если бывает и перегнивают пружинки от времени, то есть металл поддается все равно некоторый металл коррозии, то они также легко меняются, потому что вся конструкция очень сделана просто. Это я показывал в своих видео предыдущих. Вот. И вот на эту удочку можно ловить как в стоячей воде, как на легкие мормышки, как на нимфы, на безнасадки, так и на другие мормышки. Что-то горло першит, извините. Ну вот, продолжение следует. Это от волнения, наверное. Все-таки заявка серьезная. Своим именем назвать удочку. Вот. Также эта удочка у меня поворотная получилась. То есть я могу спокойно вот эту штучку снимать. Вот. И поворачивать ее. Так. Ну ладно, приклеил немножко. В общем-то, в этой удочке у меня сложилось все. Вся моя, так сказать, творческая рыболовная жизнь. Ну что, теперь весим ее. Сколько она будет у меня висеть? С металлическим сторожком, с металлической пружинкой. Ну, только мормышку я из веса исключу. Вот таким образом положу ее рядышком и взвесим ее. Вот тоже
7 грамм. То есть, если ее, ну, сделать намного, ну, то есть шестик сделать потоньше, то она тоже будет в районе там 5-6 грамм. И если убрать еще сторожок. Вот. Да, подклеил. Старался сделать прочно. Ну ладно. В принципе, такая нормальная получилась у меня. И складывается также, то есть ее транспортировать можно и в таком виде, в собранном. Вот. Весит она 6 грамм. Вот это 7 грамм полностью в собранном виде, без мормышки. Ну вот, друзья рыбаки, все-таки решение такое пришло. YouTube не скажу, что вечный. А может и вечный YouTube, сколько он времени будет. И все-таки мое имя будет в YouTube отображено вот названием удочки. Весь творческий процесс у меня сейчас, это 65-е видео. Вот. Вы можете, так сказать, все мои творческие задумки увидеть в этих видео. Вот. А позже в своих видео я расскажу вот об этих 7 удочках, которые, ну, 8 удочек. Вот. Из них есть одна удочка, которую я назвал стрелка. Также есть удочка, которая просто для ловли, например. Ну, они у меня все универсальные. Можно ловить и в стоячей воде, можно ловить и на течении, можно ловить на закормленных лунках, можно на активную рыбалку ловить. То есть на активную, там, на проводке. И даже есть вот такая вот у меня удочка. Вот. Это тоже все сделано по принципу легкая удочка. Вот. Но об этом я расскажу вам в следующих видео. А пока вот зимняя удочка Рядакова. Делайте, пробуйте, сочиняйте свои удочки. И рыбалка будет просто в кайф. Ну ладно, до новых встреч на рыбалке, дорогие друзья. Ставьте лайки, если все-таки я чем-то вас, ну, порадовал в этом видео. Показал, что есть неограниченные возможности в уменьшении веса удочек. Вот. Ставьте лайки. Если что-то не нравится, пишите в комментариях. Всегда учту, всегда приму. И, может быть, еще какие-то идеи у меня появятся для того, чтобы вас порадовать, дорогие рыбаки. Потому что пока сейчас в магазинах продается не совсем то, что хотелось бы. Хотя уже на высоком уровне сейчас зимние снасти продаются в магазинах. А это моя просто творческая новинка. Ну ладно, до новых встреч на рыбалке. Хорошего вам всем настроения. И ни хвоста, ни чешуи.